Казахстанского народа есть зрелище, на туркменском языке идет передачи, радио, концерт, театр, все есть, на талашском языке нету. Значит, что должен талаш? Народ, культура народа должна исчезнуть. Если она не развивается, если она не подается народу, значит, народ лишен этой культуры пищи. И хлеба нет. Страдает весь азербайджанский народ. Талаши. Талаши. С этим зрелищем. Талаши. Вот видите, брат говорит, нас портят с этим зрелищем. Конечно, портят. Это хорошо, что на талашском языке нет этой культуры. Хорошо, что нет, но дело в том, что... Это культура нас портит. А вас дело в том, хорошо, что все-таки культура держите. Это музыка, Азербайджан театр. Дулай, да, диарды. Это все, все развитие для языка. Мы можем закрыть этот язык запретом. Вот одним словом надо сказать, что запретить талышам разговаривать, развивать свой язык, и все. И этим дело кончится. Но на самом деле официально же такого закона нет. Талыши имеют говорить и имеют развивать. Имеет право развивать свою культуру, развивать свою национальную идентичность. То есть вы требуете культурное? Там... Культурное, только культурное. Нам не надо, нам не надо резкие лозунги, нам не надо отделиться от Азербайджана. Это наша родина. Но мы хотим жить в этой нормальной Азербайджане, где любой народ имеет право смотреть свою телевидение. Дай Бог, что у нас все нормально будет, и мы надеемся, что Азербайджане наконец-то наступит демократический строй, и мы будем наслаждаться этой страной. На самом деле сейчас страдает все, весь Азербайджан, здесь собрались и азербайджанцы, и талыши, все собрались. Страдаем все. Но в данный момент нас объединило именно то, что арестовываются и талышские активисты, и исламские активисты. Вот на данный момент страдает в Азербайджане. Все мусавадисты, они все освободились. То есть им амнистию делали. Амнистия не делается именно талышам. Они в тюрьму умирают, уходят оттуда живой, не выйдет и убивают именно исламистов. То есть если арестовывается Народного фронта, член Народного фронта, мусавадиста, он конкретный срок-то может выйти. А если исламист попал в азербайджанскую тюрьму, он оттуда живой не уходит. Вышел страшный, мертвый, вышел на свободу. То есть вынесли на свободу человека. Вперед надо. Да. Вот такая позиция азербайджанской власти по отношению к талышам, по отношению к религии. Вот и все. Очень хорошо вы сказали. А теперь кто у нас из религиозного общества? Хлебей, да?